Гейски, ребята, я Флавиус, это ударный котят, и мы продолжаем оборону нашего замка. Что ж, в прошлой серии мы одолели очередного босса, он был очень силен. После него мы дальше не смогли пройти, но думаю, сейчас мы его все же пройдем дальше, потому что у нас уже 80 тысяч рыбы. Немножечко я так поднакопил уже, и что я сделаю? Ну, первое, что я сделаю, это поставлю еще одного котейку в замке, то есть еще одну башенку, и давайте сюда поставлю какого-нибудь лучника. Ах, да, и нам, конечно же, нужно заменить всех наших котейк. Да, давайте еще второго поставлю, чтобы было их 5, тогда уж мы точно выиграем. Так, давайте апаем медицину. Где-то на 2 пункта. Теперь апаю добычу рыбки. Тоже где-то на 1 пункт. Ну, потому что ее уже дорого нам довольно-таки апгрейдить. И дальше идем в здоровье. Смотрите, у нас будет 1000 здоровья. А, и давайте лучников тоже проапгрейдим, чтобы они немножко побыстрее стреляли. Так, где-то вот столько, думаю. 2 секунды и 8. Так, здоровье сколько у наших котят будет? 1700. И урона. Ух ты, а на урон нам уже и не хватает. Ладно, давайте все в лучника вложу. Так, смотрите, теперь у нас появилось 2 места свободных, и что я на них поставлю? Так, ну я хочу какой-нибудь метеорит, о, или добавление здоровья, или, о, вот аура лечения, отлично, то, что нам нужно, метеорит, и что же еще можно поставить? Ну и все, в принципе. Так, а место вот этой котейки и вот этих двух, давайте, наверное, что-то другое, потому что наш уже устарел немножечко котейка, хотя... В принципе, лучше я ничего тут найти пока что не могу. Характеристики всех остальных похуже. Ну что ж, ладно. Здесь у нас, ну, в принципе, нормальные стоят котейки. Давайте посмотрим, может, что-то из новенького поставлю. Так, о, черепашка-ниндзя. О, так давайте черепашку-ниндзя. У нее шанс вампиризма 27%. Это очень круто. О, смотрите. Так, давайте вместо чебурашки Наруто поставим с артефактом. Он уже, кстати говоря, с артефактом. И что тут еще у нас есть такого из новенького? О, Power Rangers и Магнето. О, давайте Магнето вместо Скуби-Ду, точнее, вместо Шеги поставлю, что у него 22% шанс. Так, ну, метеориты пускай остаются. Воскрешение тоже давайте поменяем на Рейнджера. И, в принципе, все. Так, ну что ж, ребят, давайте, я готов сражаться. Вперед, вперед. Так, ну тут мы начинаем с этого куна. Но это ничего страшного, думаю. Мы сейчас его быстренько разберем. Наши хотят по 206 урона. Это очень-очень круто, ребята. Так, только смотрите, Магнета наш немножечко... Ай-яй-яй, немножечко ему дают прикурить. Но, тем не менее, мы справляемся. Да, все отлично. Следующая волна, это у нас уже что идет? А, следующая волна это босс. Нет, на 20-й волне босс. Нам тут еще нужно отразить волну. Но тут уже, видите, котята без костюмчиков. Точнее, енотики. Это очень хорошо. О, метеоритик пошел. Бабах. Отлично. Еще один. Великолепно. Ох, он неплохо дамажит так-то. Так, ну правда, у наших котеек уже где-то половина здоровья. Но у нас включилась регенерация. Так, вот этого босса нужно быстро убивать. Потому что он такой противный довольно-таки. Сейчас я его быстренько разберусь с ним. Так, давайте, котейки. А то если он начнет колдовать на нас, то у нас очень быстро пройдут все наши ХП. Да, вот по 125 вот эти руки бьют из порталов. Конечно, неприятно очень. Но ничего страшного, мы справляемся. Так, давайте, котейки. Я вас верю. И все. Все, одолели мы этого босса. Видите, забрали такие его, эти енотики. Такие, все, мы увозим его домой. Так, следующая волна у нас енотики такие довольно-таки простые, без костюмов будут, но вот следующие две будут реально тяжелыми, потому что там, получается, на 30-й волне босс где-то будет, и, ну, это, получается, последний босс, или я не знаю, ну, посмотрим, ну, скорее всего, это уже последний босс в этой серии будет, может быть и нет, это будет Фоксозорд или просто Фокс Кинг, не знаю, еще посмотрим. Так, вот 27-я волна, очень ответственная, кстати говоря. Вот у нас, кстати, включается реген здоровья, но что-то он как-то не особо влияет на наших котят, честно говоря. Ну, не знаю, может, что-то как-то оно и помогает, но, честно говоря, как-то я не вижу смысла. Хотя нет, смотрите, ниндзя-черепашка уже почти все ХП есть. В принципе, да, аура регенерации все же полезная штука. Так, 28-я волна. Еще где-то 2 волны, и все, и будет босс новый. Ну, надеюсь, мы до него доживем. Так, давайте. Давайте что-то апгрейдить по пути. Так, здоровье или же... так, надо определиться. Ну, давайте здоровье. О, 2000 здоровья у наших котеек, это очень хорошо. Ну что, вот здоровья не хватает. Урона, в принципе,
хватает так, нормально. А вот здоровья критически иногда бывает не хватает. Так, смотрите, заборозили мы Спанч Боба. Стоит такой, в ледышку превратился и ничего сделать не может. Так, хотя, смотрите, аура-то у нас постоянно включается, потому что у меня везде, где возможно, эта аура регенерации стоит. И, блин, это классно. Так, давайте, котички. Сражайтесь, ой-ой-ой, тяжелая волна, тут вот эти вот, которые стреляют дальними, в маги какие-то волшебники, и вот это вот какая-то обезьяна кидающаяся. Так, отлично, мы одного заморозили, это очень круто. Давайте, давайте, котеечки, давай, вперед, вперед, и с песней. Так, давайте, может еще кого-то заморозим, вот этих дальников, чтобы они не стреляли. Так, ну вот один котейка у нас раненый, думаю, ничего страшного там не будет. У нас постоянно, видите, включается аура регенерации. Так, давайте что-нибудь прокачаю вот это, что мы давно это не качали. Так, нет, 30-я волна, и босса по-прежнему нет. Наверное, на 31-й, потому что, ну, скоро он уже должен быть. Или на 32-й, ну, не знаю. Так, ну, с этой волной уже туго справляются котята. Ну, ладно, сейчас вот выходит наша подмога уже. Кстати, давайте гляну, что тут за костюмы новые. 30 шансов вампиризма. Давайте ставить его. Вместо ниндзя черепашки. Это, кстати, аватар. Тоже аниме такое есть. Что тут мы еще можем поставить? Ну, больше нового ничего. А из стрелков у нас новенькая. О, вот этот дальник. Ну, он такой себе, мне кажется. Так, ладно, ладно, ладно. Все, ребята, продолжаем. Так, ну с этой волной, в принципе, мы справились легко. О, метеоритик прилетел. Всех тут разбил. И отлично, о, еще один бабах. О, классно, классно, классно. Так, ну что, все котята в строю. Аура регенерации включается. И 31-я волна. Нет, похоже, босс все-таки на 32-й будет. Ну, чтобы четное число было. А против нас тем временем Нео из Матрицы. Из Властелина Колец этот вот маг. Ну, с ними, думаю, мы справимся. Думаю, легко. Или нет, ну, посмотрим сейчас. Так, давайте, котейки. Ну, пока никто никого еще не ранило. Так, и мы... Нет, одного ранило все же. Думаю, его сейчас быстренько починят. Надо, чтобы у нас к боссу все котейки были в строю. Потому что это так не годится никуда. Смотрите, а вот этот вот наш новый маг, он так неплохо. Аватар справляется. Так, и... Фух, последний удар. Ну, босс, пожалуйста, я не хочу. Еще одну волну мы не выдержим. Так, 32-я волна. Нет, эх. Ну, смотрите, тут у нас Ренчу, это Пикачу с артефактом. Так, против нас тут из Mortal Kombat всякие пришельцы. И кто еще? Из доисторического периода какой-то один человечек. Так, что тут у нас? Ну ладно, сейчас мы урончик немножечко им проапаем. Поднакопятся у нас денежки и все, в урончик. О, по 200 сколько мы? По 237, нет, по 228 бьем их. Просто у нас теперь урона чуть-чуть меньше, чем у этих енотиков. Это очень плохо, конечно же. Но, думаю, не намного у нас меньше. Не намного, на пару пунктов. Что же нам делать? Так. Ну же, это босс, я очень надеюсь. Да! Фокс Базер! Вот он какой, посмотрите, посмотрите на это. Вы только гляньте. Ой-ой-ой-ой-ой, как же он нас бьет-то так больно, а? Фоксозор, зачем же ты это делаешь? Так. Ой-ой-ой-ой-ой, у нас тут небольшие происходят какие-то перипетии. Так, Фоксозор, ой, смотрите, а что это он грибочек дал котенку? Эй, котенок! Нет, он превратился в лягушку, он съел этот грибочек и превратился в лягушку. Так, ну, вся надежда у нас, ребята, на дальников и на то, что очень быстро починят Магнету. Я очень на это надеюсь. Ну, по идее, мы должны справиться с Фоксозордом. За него очень много рыбы дадут. Так, давайте я урон апну и лучников, чтобы они быстрее стреляли. И тренера нашего. Так, давайте, давайте, давайте. Опять в жабку превратился. Да что ж такое? Не нужно есть эту грязь. Не нужно. Так, давай, 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 давай. Эх, у него много здоровья. У него 1010, наверное, где-то пунктов здоровья. Да опять этот котенок ест. Да хватит, это гадость. Не нужно есть эти грибы. Постоянно кормит Фоксозорд грибами нас. Не надо, пожалуйста. Так, ну что ж, давайте еще немножечко... Одна перезарядка наших дальников, лучников, и все. Уху! Мы его одолели! Фух!
Но это был реально тяжелый босс, даже тяжелее, чем предыдущий. Фух, о, смотрите, ребят, против нас Ам-Няма сражается, забавно. Фух, что ж, ребят, ну, дальше мы уже, конечно, не особо не выстоим, но. Так, что ж, на этом серия подходит к концу. Ребят, с вами был Флавиус, так что это означает, что вам нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Ну, а также поделиться этим видео, я буду этому очень рад. Ну, а на сегодня все. Ребят, всем удачи и всем пока-пока.